Друзья, мне захотелось с вами поговорить от имени Пиваси. Представляете? Вот мне тут один мой друг интернетовский сказал, смотря мой мультик, он-то сказал правильно, я ему верю. Он посетовал на то, что я, когда шлифую абразивная крошка вот сюда на трущиеся части, но он, мой друг, конечно, прав. Лучше бы не делать это. Но на станках токарных шлифуют. Еще как шлифуют. И вот что самое интересное. Мой друг, наверное, не знал, что здесь защита есть. Во. Видал? Вот этот полозок. Вот. Защита. И вот здесь тоже защита. Представляете? А есть еще такая привычка. Уточил. Вредная. Они протирают это все. Представляете, вот вечером, обычно после работы, берется кусочек ветоши такой, ну, чтобы в руке не помещался. И бжж-бжж-бжж. Вот я вам могу показать. Представляете, вот смотрите, давайте сейчас мы возьмем кусочек ветоши. О! Вот этой ветоши. И поскольку я уже сегодня наработался, давайте пивасика потрем. Пивася аж торчит, когда его трут. Хрюкает, представляете? А вот этот, ну, шлифовать-то, друг мой, все равно надо. Ты, что бы ты ни пожелал мне, я все равно буду шлифовать, когда понадобится. Станку, как и человеку, тоже все вредно. И некоторые люди говорят. А я считаю, вредно все в меру. Понятно? И шлифование, и... Ой, даже не скажу, потому что забанят меня к чертовой маме. Ну, друг, ты, конечно, спасибо тебе, что ты пособолезновал, позаботился. Возможно, даже ты думал, что я не в курсе, что абразив влияет на трущиеся поверхности. Но я оказался в курсе, ты меня извини. Ну, за 32 года, прикинь, можно, наверное, узнать, что абразив, как он действует на поверхности пивасика. Но пивася это на меня не в обиде, представляешь? Ну, так что ты прости, дорогой. Мы с пивасей любим все шлифовать. Ну, пока, не обижайся.